Всем привет! Добро пожаловать на эфир «Команда мечты Арман». С нами сегодня лидер центра, красавица, визажист, стилист и автор книги «Без изъяна» Александра Коренева. И сегодня тема «Почему о Томе?». Александра расскажет свои причины. Да? Также она хочет сделать упор на бизнес. Почему бизнес о Томе? Да? Александра, тебе слово. Здравствуйте, друзья, я всех очень рада видеть, спасибо вам, что вы здесь, мы собрались сегодня очень камерной компании, поэтому сможем с вами более близко, тепло побеседовать. Я расскажу о себе. Я являюсь руководителем образовательного центра «Томе» в городе Воронеже. Стала я им с начала открытия компании в России, то есть как только «Томе» зашло на российский рынок, буквально месяц-два, и я подхватила инициативу развития этого бренда в Воронеже. Ни капли не сомневалась, то есть иногда бывают у людей какие-то сомнения, там, заниматься о Томе, не заниматься о Томе, я сразу пошла, бросилась в омут с головой, то есть я сразу же открыла в Воронеже образовательный центр, при этом ничем до этого не занимаясь, никакими там подобными проектами, не имея, в принципе, никакого опыта абсолютно в этом, но я решила, что эта тема перспективная, нужно быть первой, нужно обязательно открывать, начинать и это все тащить. Вот, нисколько об этом не жалею, думаю, как и все, кто уже в Томе работает, каких-то результатов достиг, естественно, что никто не сомневается в своем здесь пребывании, в этой компании, все очень рады. И, наверное, примерно через год я закрыла первую квалификацию мастер продаж. Относительно сроков закрытия этой квалификации, ну, такой, скажем так, средний. Кто-то закрывает и за полгода, кому-то там и полутора лет мало. У меня, в принципе, такая раскачка была в среднем темпе. Я долго вникала в суть бизнеса, но в итоге как-то вот за год я уловила основные моменты в Томе и вот такой вот результат в итоге достигла. Поставив себе цели, ну, скажем так, ближайшие, но у меня в голове это тоже не укладывалось, что это произойдет в ближайшее время, но вот как-то так сложилось, все это начало как бы накручиваться, как снежный ком, вся деятельность, и в итоге через полгода я еще закрыла следующую квалификацию «Бриллиантовый мастер», то есть через полтора года. Сейчас я нахожусь в статусе «Бриллиантовый мастер». Мне, естественно, в голове сейчас не укладывается, что я когда-то приду к следующей квалификации, но это обязательно случится. Я в это верю, и я буду к этому идти вместе со своей командой. Основная моя деятельность, скажем так, наверное, была не о Томе. Сейчас уже основной деятельностью является развитие о Томе. Хотела сначала сказать в Воронеже, потом у меня мысль промелькнула в России, а потом думаю, почему в России, во всем мире. Развитие о Томе во всем мире. Я параллельно занимаюсь деятельностью стилиста, я профессиональный, ну, визажист, он как бы есть профессиональный, занимаюсь макияжем, то есть делаю макияжи, это моя является основной профессией, то есть я зарабатываю деньги, создавая образы, но, знаете, всегда я задумывалась о том, чтобы чем-то еще параллельно заниматься. Сейчас я открою презентацию и наглядно потихонечку мы с вами пойдем.
Сейчас она открывается. Вот так вот. Ага, почему атоны? Я всегда параллельно искала дополнительный источник дохода, потому что мой род деятельности всегда зависел от моих рук. То есть сколько вот я работы своими руками сделаю, столько я денежек и заработаю. То есть, да, как говорится, волка кормят ноги. Вот примерно моя деятельность была связана, можно было ее ассоциировать именно с таким утверждением. Поэтому я всегда хотела куда-то вот в другое направление отправиться, чтобы не то чтобы бросить свою профессию, я очень люблю, и, скорее всего, я всегда буду заниматься тем, чем я сейчас занимаюсь, потому что это мое вдохновение, это мой образ жизни, мне нравится работать в бьюти-индустрии, в красоте. Но я искала... Это было 2,5 года назад, как раз начиналась тема инвестирования, я искала какие-то вот каналы, направления для инвестирования, то есть я записывалась там всякие курсы там по инвестициям и так далее, но как-то вот у меня не складывалось, нужно было обучение проходить, вникать в это во все, и, в общем-то, у меня никогда не было времени, но, скорее всего, сейчас это вопрос приоритетов, я больше скажу. Ну и, наверное, это не была совсем такой моей уже дорогой на тот момент. Я познакомилась с Атоми и поняла, что это отличная платформа для дополнительного дохода, отличная платформа для инвестирования. То есть, естественно, для меня Атоми в первую очередь это дополнительный заработок. То есть я рассмотрела на тот момент, вот 2,5 года назад, что эта компания новая, эта компания корейская, что означает качество, означает какую-то стабильность, означает... Что еще у нас скорее ассоциируется? Ну да, это в основном качество, это высокий уровень. И естественно, что я ни капли не сомневаясь, начала бизнес с Атоми. То есть не только рассматривала эту компанию как средство для ухода, либо для здоровья. В первую очередь я рассмотрела Атоми как компанию, в которой я могу заработать. Что хочу сказать. Вот сейчас у нас, и вот на тот момент это, ну, пришлось настолько все вовремя, что я за год успела развить себе, ну, какой-то, прийти к какому-то заработку, к доходу, и потом как раз нас закрывают на пандемию. Вот. И, естественно, что там, я поблагодарила Вселенную за то, что пришло Атоми, и что я сейчас в пандемию не сижу без работы, а я могу развивать этот бизнес онлайн даже тогда, когда в стране кризис и в мире пандемия. И вот сейчас, к примеру, не знаю, как вот сейчас общий такой указ президента вышел, что мы с 28 числа уходим на каникулы. Так у нас, получается, в Воронеже объявили, что мы на каникулы уже должны уйти с 25 октября. То есть фактически опять все садятся на... ну, в экономическую яму, по-другому это никак не назовешь. То есть явно никто не будет сейчас собираться на свадьбы, мероприятия, там куда-то выходить, собственно, почему, откуда у меня, да, берется доход. В первую очередь я собираю девчонок на какие-то мероприятия. Естественно, что сейчас вся страна сядет, и, естественно, чем я продолжу заниматься Атоми. То есть я себе вот так вот диверсифицировала свои деятельности и рассмотрела Атоми как дополнительный заработок. Почему еще Атоми? Меня привлек тот момент, что в Атоми можно прийти к пассивному доходу. Здесь такая система маркетинга, что работая в самом начале, очень активно запустив этот процесс, потом можно, ну не то чтобы не работать, но можно...
по крайней мере, как-то умеренно этим заниматься, и при этом у тебя также будет идти твой доход. То есть, как вы знаете, что в Атоме нет обязательных закупок ежемесячных. Такая шаблонная фраза, но это так на самом деле, потому что я не так давно встречала маркетинговые планы других компаний, и... Ну, просто там что-то мне нужно было изучить, или случайно я как-то это увидела, наткнулась, взгляд мой привлекся, и я почитала. И я еще раз поняла, что как же в Атоме круто в плане крутой маркетинг. Потому что, в принципе, здесь нам достаточно за год купить там мыло за 250 рублей, чтобы наш кабинет был также активным. А в других, например, компаниях нужно каждый месяц делать закупку на определенное количество, там, на определенную сумму. Да, здесь, наверное... В Атоме заработать первый чек чуть сложнее, чем в других компаниях. Но при этом, если вы понимаете, куда вы идете, если вы хорошо почитаете маркетинговый план, вникните в него, то вы поймете, что в дальнейшем вы придете к пассивному доходу. И независимо от того, там, лишились вы работы, или все у вас там в порядке, или вы переехали в другой город, в другую страну, у вас всегда будет с вами подушка безопасности. И будет зависеть от того, какая она будет у вас, эта подушка безопасности, от того, насколько вы в начальный, в самый вот старт здесь поработаете. То есть... Еще раз, вот Атоме для меня это определенная перспектива, в настоящее время сейчас это уже частично является, это перспектива пассивного дохода, да, и вот по факту так оно и есть сейчас. Ну и к такому моменту, приятному пунктику перейду. Что еще о Томе? Конечно же, это возможность хорошо выглядеть и быть здоровым. На моем опыте, на моем пути за эти 2 года, сколько я занимаюсь о Томе, очень много людей... которые перевернули свое представление об уходе за кожей, об уходе за собой. Очень многие, вникнув вот в эту вот корейскую уникальную систему ухода, просто, ну, забыли и вообще убрали, да, там какие-то дополнительные траты, которые они делали, на, например, косметологов тех же, да, потому что эта система уникальная корейского ухода. То есть кто вник, кто уже все это попробовал и видит результат, вы меня понимаете, вот, вы меня понимаете, что действительно можно выглядеть молодо, можно законсервироваться, можно... сохранить эту первозданную красоту, просто грамотно используя косметические средства. Но опять-таки не все косметические средства таких хороших брендов, мировых брендов, исходящих из заводов мастодонтов, то есть не когда мы наносим маску из Геркулеса дома, а когда у нас эта маска выпущена согласно последним разработкам науки, как, например, это происходит в Атоме, то есть производит нашу продукцию Атоме один из крупнейших заводов в части косметики, который входит, ну, вот, в пятерку лучших, который изначально, у которого была коллаборация с Институтом атомной энергетики. То есть вы понимаете масштаб. Поэтому, используя эти средства, грамотно используя эти средства, можно просто повернуть время вспять. Ну и, естественно, скажу про БАДы. То есть, как никогда этот вопрос сейчас стал актуальным. И, ну,
кто уже тоже наши БАДы употреблял, да, какие-то, может быть, отдельные там продукты вы пробовали, вы видите их результат от того же химохима, витамина С. Вот я постоянно в своей деятельности, так как я еще держу центр, я постоянно слышу положительные отзывы людей и вижу, как люди, они возвращаются за нашими продуктами. Может быть, даже кто-то, знаете, ну, попробовал Атоми, одно, другое, третье, но уже вообще все продукты перепробовал, всю полку уже купил, потом они уходят, да, ну, во что-то другое, то есть пробуют какие-то другие бренды, понятное дело, ну, может быть, что-то одно надъедает, та же зубная паста, но через некоторое время люди в итоге опять возвращаются и приобретают наши продукты, и когда уже с Атоми, попользовавшись Атоми, спускаются на планку ниже, уже понимаешь качество продуктов Атоми. Оно, ну, вы сами знаете, потрясающе. Поэтому, естественно, с Атоми можно хорошо выглядеть и быть здоровым. И, возможно, мне этот пунктик нужно было поставить самым первым. Даже если вы, ну, как бы полу, так активно работаете, то в любом случае вы покупаете продукты Атоми и цените их качество, независимо от того, хотите вы здесь зарабатывать или не хотите зарабатывать. То есть даже если я брошу заниматься Атоми, я знаю, что я куплю крем Селектив с пептидами за 2400 рублей, который в других марках стоит порядка 8000 рублей. То есть это просто копейки для такого крема. Я обязательно вернусь и куплю витамин С в стиках. Я его обожаю, у меня обожает его вся семья, но, естественно, остальные там другие продукты, которым я вернусь, мои любимчики, однозначно просто. Так, что я еще отметила, почему Атоми? Прокачка навыков, коммуникация, бизнес, личностный рост. Я очень сильно за эти 2,5 года выросла в плане коммуникации. Атоми – это очень хороший нетворкинг. Это определенные навыки общения, которые вы приобретаете, которые вам, в принципе, пригодятся во всех сферах жизни. Настолько здесь встречаешь много людей разных, там, с разных профессий, разных возрастов. Настолько твоя нервная система здесь становится лабильной, что тебе, в принципе, в жизни становится легче общаться и какие-то урегулировать какие-то там моменты, ну, по жизни, там, да, в работе, либо там в какой-то социальной жизни. То есть как будто бы вы уже эту ситуацию, которая, да, вот происходит, вы ее прочитали, видите наперед, и вы уже ее в голове просто решили. У меня иногда даже, знаете, вот сейчас есть в WhatsApp такая функция ускорения сообщения. Вот у меня иногда в жизни мелькает такая мысль, как бы вот сейчас все на ускорение поставить, потому что я знаю, что уже человек скажет, я знаю уже, как бы, как эта ситуация как бы разрешится, но естественно, что это мне дал опыт моей, да, вот, деятельности в Атоми, то есть мотивация людей, как бы вывод людей из минуса в плюс, да, то есть когда такое происходит, то как бы внутри себя ты, получается, сам наполняешься, и вот реально даже я вот за последние 2,5 года я не припомню, что я была в каком-то там негативном состоянии, в каком-то минусе, потому что, ну, настолько вот уже много каких-то ты психотипов вокруг себя, ну, да, вот прошли эти люди через тебя, что ты реально заполняешься вот этой вот энергией людей и реально сам наполняешься. Я сейчас, наверное, как-то, может, поэзотерически говорю, как-то, может быть, по-своему это все выражаю, но это вот как сейчас у меня поток мыслей идет, так вот я это сейчас и воспроизвожу. Я уж не говорю, что тут прокачка идет
по бизнесу, даже по элементарным каким-то моментам, там, в плане, как открыть ИП, какая система налогообложения, там, как там, заплатить налог, куда пойти, какую бумажку подать, коммуникация там, с бухгалтером, с юристом, там, куча каких-то приложений, потом ты, значит, про это, про то узнаешь, какие-то себе там бонусы, плюшки в итоге откуда-то появляются, потому что ты просто начал получать информацию, во что-то вникать, и реально у тебя уже такой рост по бизнесу происходит. То есть если даже вы не будете заниматься АТОМи, вы это дело бросите, в любом случае эти навыки, эти скиллы, они пригодятся вам в других областях жизни, это прям 100%. Ну и вообще, конечно, я считаю, что вот кто хочет открыть свой бизнес, то очень хороший вариант попробовать начать с АТОМи, потому что собственный бизнес – это, ну, помимо там, да, товар, деньги, товар, вот этот товарооборот, это еще и маркетинг, это еще и персонал, это еще и работа с вашей командой. Это еще и коммуникация с какими-то государственными органами постоянно, да, которые, ну, приходят, да, там государственные проверки и все остальное. Вот ко мне, например, приходят. Вот, то есть можно начать с малого, а то это, в принципе, бизнес без вложений, и вообще понять, комфортно тебе работать как ИП, как индивидуальному предпринимателю, обособленно принимать самостоятельно решения, или все же комфортнее быть хорошим исполнителем и просто ходить, зарабатывать деньги на, там, ну, на какой-то там обычной офисной работе или государственной, почему нет. То есть все профессии важны, но у кого проявляется какое-то чувство нереализованности и есть желание открыть собственное дело, собственный бизнес, конечно, на АТОМи это очень хороший вариант, то есть это беспроигрышный вариант. Занимайся только маркетингом и все. Ну и про тоже личностный рост скажу пару слов. Вот знаете, я до этого, до АТОМи занималась другой маркой косметики, тоже корейской, тоже, ну, пиарила ее, да, скажем так, продавала. Потом в мою жизнь пришло АТОМи, и я начала проводить очень много мероприятий, приглашать людей там и по маркетингу, и по уходу. И очень много литературы я прочитала именно по уходу за собой, за кожей, причем профессиональной, косметологической, специально заказывала книги, какие-то там искала издания онлайн именно профессиональных косметологов. Сама, в принципе, я визажист по профессии, то есть человек, который связан с лицом. И у меня уже в голове настолько вот во мне переполнялся вот этот вот чаша моя знаний, что мне просто захотелось все это как бы отдать, поделиться, да, то есть чтобы как бы дальше что-то черпать из этого колодца, который у меня и так переполняется, мне нужно было эти знания отдать. И я с вами поделюсь сегодня своим трудом в мае 2021 года, это буквально полгода назад, вышла моя книга под названием «Без изъяна». В общем-то, я начинала все с того, что хотела написать какое-то маленькое пособие, просто такие пометочки по уходу за собой, по-корейски. Потому что меня эта система корейского ухода, она очень вдохновляла всегда. И я видела на себе, что она работает, эта система, и я хотела поделиться. Думаю, сейчас я сделаю для девчонок, ну, какое-то такое пособие, вот они ко мне приходят, и я как бы буду, если вот кто-то захочет, чтобы вот
после того, как они ушли с ухода, какие-то вот памятка осталась, я вот это пособие буду держать, если кто хочет, то возьмет. В итоге я как бы начала писать одно, другое там, да, и уже понимаю, что у меня вот это вот пособие выливается в такую хорошую книгу. И как раз пандемия сработала на мою книгу, все как раз сели у нас на 2 месяца или на месяц в России на локдаун, опять сегодня вспомнили это слово из-за закрытия у нас в Воронеже. Я вот написала такой черновик книги, который нужно было еще дорабатывать, вот прям выплеснула реально, и потом полгода не подходила к нему, думаю, а может вообще уже не нужно издавать эту книгу, как бы, ну что тут, ну обесценила свой труд абсолютно просто, как у нас тоже бывает, вот, да, у многих как-то вот импульс теряется, инерция теряется, и мы гаснем. Вот нужно всегда этот огонек разжигать в себе. И потом, где-то через полгода, я к этому даже больше вернулась, нашла редактора, мне все помогли отредактировать, и я загрузила эту книгу на наш портал, книжный портал readera.ru. Книга об уходе за собой, о том, как можно в домашних условиях, ну, без использования каких-то адовых процедур косметолога, выглядеть хорошо. Там отражены какие-то мои моменты по работе, там, по макияжу, потому что у меня опыт большой работы. Я работаю не только на просторах Воронежа. Естественно, что это и наша столица, и другие страны, потому что у меня были клиенты, которые меня приглашали для работы в Европе, и была у нас супер поездка в США по работе со звездами. Тоже там я создавала макияжи, незабываемый, конечно, опыт в Майами. И сама я ездила, как фанат Штатов, сама я ездила на конвенции по макияжу, где выступали голливудские стилисты, визажисты, которые рассказывали свой опыт работы со звездами. Естественно, что я кусочек этого опыта отразила и в своей книге. Кому интересно, я потом могу скинуть ссылку в личку, либо в моем инстаграме. Я везде помечала свой инстаграм внизу страницы, потому что по предыдущим зумам были постоянные вопросы, какой инстаграм, и я вот сразу здесь его написала. Кому интересно, можете просто пройти по ссылочке и почитать. И что еще? Вот хотела я последний моментик рассказать сегодня про Atomy. Почему для меня Atomy? Почему это моя компания? Ну, как вы поняли, я люблю путешествовать, я вообще езжу, постоянно езжу. Стараюсь это делать хотя бы раз в 3 месяца выезжать куда-то. Вообще считается, что людям, которые работают с людьми, необходимо выезжать хотя бы раз в 3 месяца куда-то путешествовать, чтобы сохранить психику здоровой, спокойной. Поэтому для меня было очень важно в перспективе, когда, в принципе, Atomy зашло, оно еще не было ни открыто ни в Европе, да, ни там вот Турция недавно открылась, то есть была Россия, да, была Америка, но я увидела эту перспективу и возможность работы в Atomy по всему миру, естественно, я сказала, что это 100% моя компания, потому что сейчас вот хотите вы в Воронеже живите, хотите в Москве, хотите там в Алматы, где угодно, то есть вы просто можете взять свой компьютер, взять свой телефон
и строить свой бизнес онлайн. Даже там уехать на острова, изолироваться, и все равно представьте, что вы садитесь за телефон и просто начинаете, ну, пиарить компанию и получать ваши денежки на счете. То есть это все реально, и это очень круто. Вот. То есть нет ничего невозможного, все у нас невозможно, это в нашей голове. Даже наблюдая своих партнеров, там, да, которые приходят ко мне в команду, я замечаю, что некоторые, ну, вот стоят на месте и все, и не двигаются. А некоторые запускаются с полоборота, делают потрясающие ГО, да, то есть и привлекают новых партнеров. И я все время вот думаю над этим моментом, а почему вот, например, вот, да, вот люди хотят, у них идет, а другие хотят вроде бы, но не идет. Но все вот нужно искать в своей голове, вот в какой-то лабиринтик заходить, искать вот этот вот тупик и пробивать его, почему он не идет, потому что продукт в Атоме шикарный, его не нужно продавать, его просто нужно вот показать человеку, показать, вот, вот пенка для умывания, попробуй, и все. Человек в нее влюбляется, становится постоянным клиентом и, возможно, в дальнейшем даже и партнером компании. Поэтому, ну, во-первых, спасибо, что пришли. Сейчас время – самая большая ценность. Спасибо, что остались со мной в этом эфире. Я всем, я благодарна. Всем очень благодарна за это. И вот что хотела сказать, еще подытожить, что ищите вот эти вот барьеры свои непреодолимые у себя, ставьте цели, планируйте, и обязательно все получится. Если вы, ну, каким-то образом задела вас эта компания, прошла, скажем так, по касательной, значит, это не просто так случилось, значит, нужно здесь развиваться. Нужно пробовать здесь развиваться, потому что это, ну, даже не то, что это там заработок, это вообще, в принципе, ваша точка роста. Здесь не только мы доход прокачиваем, мы, вот как я говорила, прокачиваем абсолютно здесь все скиллы, которые вы не знаете, где вам вообще это может пригодиться, вплоть до того, что, может быть, вы здесь встретите свою любовь. В общем-то, я думаю, что сегодня моя мини-презентация, я на этом завершусь, поставлю паузу. Вот. Могу сейчас просто в формате живой беседы на вопросы поотвечать и с вами поговорить чуть-чуть. Спасибо, Александра. Было очень интересно. Такая красивая презентация. Да, спасибо. Книги вообще отдельные. Восторг, восхищение. И у нас есть клуб читателей, клуб атомных читателей, я хочу предложить на книгу «Ноябрь», книгу «Ноября» сделать именно твою книгу. Ой, как здорово, спасибо, Ник. Но на самом деле очень многие закроют свои вопросы, прочитав эту книгу, потому что все очень доступно, простым языком, и все то, что там описано, это все будет работать, и все станут красивыми и молодыми. Да, потому что мы работаем в таком бизнесе, где нам, особенно, да, девушкам, нужно знать, как пользоваться правильно уходовой косметикой, как правильно рекомендовать. Поэтому очень нужная книга. Тоже ничего не успела прочитать, но вот обязательно возьмусь. Да, в ноябре будем читать твою книгу. Спасибо. Если у вас есть вопросы к Александре, пожалуйста, задавайте в чате. Может быть, что-то у вас из практических вопросов есть, если кто-то новичок, например, не стесняйтесь, спрашивайте. У меня до этого был эфир,
Тоже посвящен анатомии, но я вообще совершенно про другие вещи рассказывала. Эта тема такая риторическая. Вот как сегодня настроение пойдет, вот про то и рассказываешь. Там я больше, наверное, каких-то практических советов дала, а сегодня вот какую-то базу. Наверное, это база, которую знают все, но лишний раз это услышать, что все, скажем так, сложно, это на самом деле просто. Еще раз это подчеркнуть, это хорошо, чтобы приобрести уверенность в себе, когда мы общаемся с единомышленником и, в принципе, слышим, что человек делает то же самое, в принципе, что вы делаете, то это, ну, реально вдохновляет. Я когда тоже в Америку еду на мастер-класс, ну, все, думаю, сейчас что-то, наверное, скажут мне такое, что я не умею или не могу. В общем, в итоге все проходит, вот, знаете, просто другой человек держит кисть. Но это настолько вдохновляет, это вот заряжает, я думаю, на всю жизнь. Поэтому, конечно, такие вот общения с наставниками, в первую очередь, с вашими, со спонсорами, ну и вообще в кругу единомышленников, они очень хорошо помогают. Как вы проводите мастер-классы? Алтынгуль спрашивает. Да, наверное, я тоже не буду уникальна. Я видела такого формата мастер-класса в онлайн, там, в Инстаграм или там в соцсетях. Люди выкладывают, в принципе, такие же фотографии, как я выкладываю. Но скажу, да, как у меня проходит. Мы собираем людей. Самое, конечно, сложное, и у нас это самое сложное, это собрать людей, но хочу заметить, что просто выложив анонс один раз, что мы проводим мастер-класс и всех ждем, я вам скажу, что так никто не соберется. Может быть, один человек откликнется, потому что всем не до этого, как бы, абсолютно. Всем нам, женщинам, нужно борщи варить, на работу ходить, домой бежать, в общем, не до красоты. Поэтому самое эффективное – это писать людям в личку и рассылать приглашение. Не то, что массовую рассылку делать, естественно, более такую камерную, более конкретизированную на человека, которому вы думаете, это было, будет интересно, или который до этого уже каким-то образом, может быть, попробовал атоми или не пробовал еще, но каким-то образом интересуется. И вот такие вот приглашения высылать. Мы проводим мастер-классы вот, от одного человека. Даже если у нас не собирается группа, если придет одна девушка, то мы обязательно уделим ей время, так же, как и вообще целой полноценной группе. То есть, может быть, у нас 5 человек, 6 человек, ну, за наш стол максимально садилось 13 человек. Вот, наверное, 13 человек у нас максимальное количество девочек, которых посетила мастер-класс за один раз. Мы ставим по-корейски чаши. Мы, естественно, открываем абсолютно все тестеры, которые есть в Атоме. Это в первую очередь четырехступенчатая система, это система увлажнения, да, и потом также мы предлагаем декоративной косметикой воспользоваться. И, естественно, что по чутким руководствам человека, который ведет мастер-класс, это не обязательно я, да, вот вы скажете, вы знаете там, как это все вещать. Не обязательно я, и у меня есть девочки, которые, ну, которые сейчас уже знают, там, послушав меня, как я веду мастер-классы, там, почитав тоже мою книгу, они подхватили эту инициативу и также их проводят. Вот, поэтому по времени примерно вот час мы это все делаем, то есть чтобы не сильно затягивать, но, естественно, чтобы человек смог какое-то время посвятить себе и расслабиться. Вот, то есть вот в таком формате все уходят довольны, стопроцентный результат. То есть люди вдохновляются косметикой, и, естественно, становится потом ее нашим клиентом. Вот, поэтому, ну, вот такой вот формат, если
может быть, какие-то подробности, детали нужны, но это, наверное, лучше тогда в личку обсудить. Ну, то есть ничего такого здесь нет, того, что, например, не делают другие. То есть все стандартно, но из-за того, что сама по себе Atomy очень эффективная марка, мастер-классы проходят на ура. Так. Асим, вот пишет Александр, спасибо большое, красиво, доступно и удивительно. Подскажите, пожалуйста, если остались следы на коже от акне, прыщей, что можно посоветовать из наших средств? Спасибо. Угу. Вообще вся линейка, все линейки, все нелинейки, ну да, линейки, наверное, в Atomy. То есть, например, линейка гидросияния, линейка Центелла или тот же Фейм. Они все в составе содержат в себе осветляющие компоненты в основном. То есть, в принципе, кореянки, они любят светлое лицо. Это признак аристократии и благородства, поэтому у них абсолютно во всех средствах, даже если это не профилирующее средство от пигментации, содержатся компоненты, которые осветляют. Вот в частности, например, гидронабор. Он заявлен как увлажнение, но по отзывам клиентов он хорошо очень осветлял пигментные пятна. Я потом заглянула в состав еще поподробнее в гидронабор и посмотрела, что там содержится ниацинамид. Ниацинамид – это как раз осветляющий компонент. То есть он у нас там не основной профилирующий, там идет экстракт трав, как базовые компоненты. Но все равно они туда его включили. Поэтому даже используя наш набор гидросияния, можно осветлить вот эти вот следы постакне, потому что следы постакне – это та же пигментация, то есть это пигмент кожи, который, ну, он ушел просто в красноту. Но естественно, что в первую очередь нужно начать с очищения. Это базовый набор Evening Care, Deep Cleanser, Foam Cleanser, обязательно пилинг, который вам будет шелушивать вот эти вот постакне пятнышки, и обязательно маска. Маска, кстати, наша peel-off, она тоже содержит в себе явные осветляющие компоненты. Там идет компонент, который используют в наших тоже SPF кремах. Это не трава никакая, не витамины, но это прям явный осветляющий компонент. И у нас даже на мастер-классах диоксид титана, вот так он называется, у нас на наших мастер-классах, когда мы их проводим, если мы кладем эту маску у девушки, у которой есть пигментация на все лицо, например, мы положили эту маску только на центр, и когда девушка маску эту снимает, то у нее явно центр лица, где лежала маска, светлее, чем вся остальная зона, где вот тоже там есть какая-то пигментация. То есть вот система очищения, и можно просто взять какой-то базовый набор, увлажняющий гидронабор. Спасибо большое. Тоже сегодня этот вопрос прозвучал в чате про постакне. А что там, расскажи, мне говорили? То же самое. У парней, да, в основном бывает на щеках такие следы от прыщей, спрашивали, что можно купить вот на корейском сайте или на российском сайте, чтобы вот был результат, чтобы осветлились эти пигменты. Ну, Мик, знаешь, я вообще, что вот за 2 года как бы поняла в Atomy. В принципе, в основном, наверное, девочки здесь. Девочки, вы не ошибетесь, если вы какой-то крем посоветуете, может быть, вам косметолог бы сказал бы там, или там я, вот это надо было, может, лучше посоветовать, а вы там посоветовали другого, и все, там сразу паника. Вот вообще не стоит переживать на этот счет, потому что в Atomy линейка, в частности, вот Центелла, Фейм, гидронабор, да, это базовое увлажняющее.
она очень гипоаллергенная, она очищенная вся, она в основном не вызывает никаких реакций на лице у людей. То есть, ну, есть нюансы использования, да, там, но в основном я вот рекомендую вам, если вы прям хотите всерьез окунуться в Атоме, реально здесь хорошие чеки иметь, вложитесь и откройте тестеры вообще на все, что есть в Атоме. Как бы параллельно сами пользуйтесь и параллельно просто давайте пользоваться этим людям. И вы просто давайте людям попробовать текстуру. В основном девушки, они выбирают по запаху и по текстуре. Даже если им этот крем чуть-чуть там будет как-то жирноват, но если ей классно как от его аромата, поверьте, никто не будет там жаловаться или как-то там, в общем, оставлять плохие отзывы там из-за более там сильной, большой плотности крема. Вот самое, конечно, основное, это человеку дать попробовать текстуру, аромат. Вот, вы ничем не навредите человеку, если вы посоветуете не гидрокрем, а фейм, например. Да, может быть, единственное, что селактив стоит рекомендовать уже там кому 35+. Понятное дело, что 18-летним не стоит. Но, опять-таки, наш Антонио вот, из Atomy Rus, он говорит, ему сколько, ну, там, 20 с небольшим, он сам пользуется селактивом. То есть, зонально, точно, если у вас уже есть мимические морщинки, какие-то заломы, почему не использовать эту серию селактив, там, даже свои 20. Единственное, что вот компоненты, например, такие как ретинол там, или какой-то активный витамин С, сыворотки, есть вот чистые, когда компоненты в них содержатся. В Атоме таких нет средств. То есть то, чем вы можете, например, навредить человеку из-за нюансов использования, например, ретинол, когда человек начинает использовать. Просто в Атоме таких средств нет. Это уже более профессиональная там будет косметика, которую используют исключительно косметологи. Поэтому не бойтесь, просто открывайте тестеры, перепробуйте все сами, обязательно вложитесь в это, и у вас, вы поверьте, что вы вкладываетесь как бы минимально в свой бизнес, у вас просто поднимутся заказы на Атоме. Так. А что есть от глубоких морщин для 60 лет? Александра спрашивает. А вот как раз линейка у нас есть селактив. Там 6 ступеней. Тоник, 2 сыворотки, как раз синяя ампула из вот этого вот набора селактив. Она доступна к заказу на сайте, как отдельный продукт. Она как раз разглаживает морщинки, поднимает. Лосьон – это легкая форма крема, крем для кожи вокруг глаз и крем, вот, который у нас за 14 тысяч рублей идет, но многие позиции доступны заказу по отдельности. Поэтому, в принципе, могу вам порекомендовать взять, ну, при том, что у вас уже есть какой-то крем и система очищения, можно вот эту синюю ампулу взять, селактив. Жидио, Александр, спасибо за эфир. Нашу косметику можно использовать визажисту профессионально. Например, набор Аделика BB Absolute, базу под макияж. Безусловно, это Аделика, это вообще какая-то бомба вышла. Я вот скажу как профессионал. Те предыдущие тени, которые были на Атоме, они были более, знаете, такие низкопигментированные и больше для использования в косметичке, ну, непрофессионального там, не для профессионального использования. Они были хорошие, но вот для визажа я, например, себе их не приобретала. Как только вышла Аделика, я купила абсолютно все палетки с корейского сайта и хочу сказать, что они очень крутые, то есть они сравнимы, мы даже делали коллаж, сравнимы с люксовой маркой, даже по дизайну, и по пигменту по своему, и по нанесению, по растушевке, то есть и потому что они не осыпаются, кстати, под глаза. Это очень достойный вариант, и если вы занимаетесь визажом, можете смело себе приобретать
Если вы хотите рекомендовать это профессиональным визажистам, за них не стыдно. Биби Абсолют. Да, вот Биби Абсолют. У нас вообще, конечно, сейчас тренд идет сияющего лица, но, конечно, многие, вот как бы 50 на 50, все равно любят матовый финиш. Биби Абсолют, он дает более глянцевый финиш. Я вот, честно сказать, в работе своей больше наш Биби за 600 рублей использую. Вообще суперски. Просто вот для цветотипа именно русских женщин он подходит идеально. Вот прям 98%, если это не сильно загорело или не очень светло, BB-крем за 600 рублей ложится идеально, он не заваливается в поры, он ложится как вторая кожа. Идеальный вариант для макияжа. Тоже можете рекомендовать и база. Однозначно просто. То есть эти все продукты, они профессиональные. Ну, я тут, конечно, сейчас уже в свою тему ушла, могу говорить тут, наверное, бесконечно про это. В общем, сейчас визажисты, они, в принципе, не пользуются какими-то супер именно профессиональными линейками, как там раньше были мейкап-ателье или там Михрон, какие-то вот тяжелые такие вот, тяжелые текстуры. Сейчас все визажисты покупают в основном люксовые марки из Золотого Яблока, Рив Гоша или Туаля. То есть это не профессиональные линейки, это их может использовать любая женщина. Мы не делаем макияж на каких-то там других. То есть о том, естественно, то есть особенно по цене, по качеству. База по сравнению с люксовыми марками стоит копейки, 900 рублей – такие цены, такие продукты в люксе порядка 3000. Вот, естественно, что надо использовать, обязательно вводить это. Так, вопросик еще один. Молодой девушке, не вижу имя, тут как-то это, ушло. Асим. Ага, Асим, вот как раз про мерцание в BB-крем. Ага. Молодой девушке нравится тональный крем, не Атоми, с матовым эффектом. Предложил ей наш BB-крема, но ей не нравится мерцание от них. Что можно предложить? Что скажете о пудре Airpack? Спасибо. Вот, я про это и говорю. В основном девчонки хотят матовый финиш, но при этом матовый финиш, он хорош, но если при этом вы за кожей поухаживали и положили сияющую базу, тогда матовый финиш будет хорошо смотреться на лице, и он будет как такой эффект яичка создавать за счет вот этой вот сияющей подложки. Абсолютовские крема, они, знаете, вот больше для какой кожи подходят? Либо для девчонок, которые любят сиять, либо для такой возрастной кожи, как папирус. Они очень хорошо увлажняют. Наши BB-крема Абсолют можно класть прям вообще без крема. Вот прям встал с утра, умылся, и можно Абсолют крем положить, он не требует никакой базы. А вот BB-крем, предлагайте его, он как раз, который за 600, он как раз не дает такого глянцевого эффекта. И он, если он по цвету подойдет девушке, то он обязательно понравится, потому что я крема лучше еще в своей практике не видела. Опять-таки я скажу, что это абсолютная копия, но еще неизвестно, кто копию сделал, потому что другая корейская марка, корейско-французская коллаборация продает такие же крема, сделанные на заводе Колмар. Я это сама лично видела. Ценник у них составляет 3800 рублей. У нас в Атоме 600. Абсолютно одинаковые. Ну, то есть не то чтобы одинаковые, но текстуры очень похожи. Естественно, что одинаковые их не сделают все же. Но очень хороший продукт наш BB-крем. Я его обожаю. Я лучше пока что, правда, не видела. Поэтому предлагайте его. Пудра наша Airpack, я ей тоже пользуюсь. Хорошая пудра. Она хорошо матирует. Она чуть-чуть там в серединочке содержит мерцающие частички, что дополнительный эффект светоотражения создает и гладкости лица. И она очень хорошо еще шлифует кожу. Вот у вас лицо становится такое, как персик. Эффект персика. И вот, кстати, еще Аделика такой эффект создает. Я, к сожалению, пудру еще нашу новую не взяла себе. Вот не знаю, Мик, есть у тебя эта пудра уже или нет, рассыпчатая? Есть.
А я вот никак не закажу, только отправляю. Вот как раз. Вот заметила эффект. Я просто пудрой не пользовалась, но я думаю, что она такой эффект даст. Вся делика зашлифовывает лицо. Вот ты положил тон и там, например, нанес румяна из Скульптора, и у тебя лицо становится как такой спелый, хорошенький такой персик, при этом матовый. Кстати, Александра, а ты мне напомнила, что мы по четвергам дарим подарки спикерам. Я бы тебе хотела подарить эту пудру. Делика, есть ли у тебя кисти, скажи, пожалуйста. Вот кисти у меня свои профессиональные, свои. Да, потому что, ну, у меня свои кисти, я закажу обязательно Атоми, потому что кисти, они-то тоже расходные материалы, они постоянно в работе. Давай мы тебе подарим и кисти, и пудру. Спасибо. Спасибо тебе большое. Я счастливчик. И тут два последних вопроса остались. Давай, от Людмилы и Александры о том, какую линейку посоветуешь для жирной и комбинированной кожи. Ну, я всегда говорю, что жирная кожа, она на самом деле не жирная. Жирная кожа, скорее всего, нуждается в уходе, ей просто недостаточно ухода. Я всегда говорю, что сначала начните с базового увлажнения, и через месяца-полтора вы посмотрите, а действительно ли жирная у вас кожа, или она просто нормальная. Иногда люди, не пользуясь никакими средствами ухода, они считают, что кожа жирная, потому что она начинает выделять себум. Он выделяется, потому что недостаток увлажнения у кожи, и она начинает сама себя увлажнять, как бы, поэтому этот себум выделяется. И получается, этот себум разрушает липидный слой верхний, размывает его, и, ну, то есть разрушает наш барьер, поэтому внутри, получается, кожа теряет всю влагу за счет вот этого размытого липидного барьера, и в то же время этот себум гипер работает на кожу, что как бы, она пытается просто себя спасти. Поэтому в первую очередь начните также с очищения. Ну, наш Evening Care можно, например, взять три средства: Deep Cleanser, Foam Cleanser и пилинг. И можно просто взять, если вы считаете, что жирная кожа, в основном, кто обладатель жирной кожи, они любят легкие текстуры, поэтому возьмите гидронабор. Гидроэссенция, которая является двумя средствами в одном, тоник плюс эссенция, плюс легкий крем как финиш. И вы увидите, что через полтора месяца у вас кожа будет абсолютно нормальная, просто сейчас у нее недостаток кода. И комбинированная кожа. Последний вопрос. Да то же самое, комбинированная кожа. Это в основном комбинированная, это Т-зона блестит и сухие скулы. То есть то же самое, в принципе. Начните с базы, с увлажнения, с грамотного очищения, увидеть, что оно у вас просто нормализуется. Во-первых, когда вы пользуетесь средствами, они же вам и восстанавливают еще барьер ваш защитный, и они стимулируют внутри кожи процессы регенерации. То есть вы как месяц попользуетесь, но месяц, почему я говорю, потому что это полный курс обновления клеток кожи. Я, кстати, в своей книге вот это все подробно расписываю. У вас какое-то хотя бы понимание сложится, все, что сделать с этим, ну, то есть со своей кожей. Вот у меня раньше тоже так было, у меня была кожа комбинированная, жирная, я ее сушила, давила, не очищала. В общем, я ее просто замучила. Когда в один прекрасный момент я взяла книгу по уходу за кожей, я в это вникла, приобрела себе кучу корейской косметики, и я поняла, что, ну, насколько я замучила кожу, насколько она благодарна и реагирует. Вот, в принципе, у каждого кожа это благодарный сам по себе орган, и вы не узнаете ее через месяц регулярного использования средств. Поэтому просто начните ее слушать. Вот. И вы потом поменяете свой тип кожи с одного на другой. А у тебя кожа шикарно выглядит. Всегда и в сторис смотрю, и в постах, и сейчас. Спасибо. На самом деле, вот очень такие какие-то вот фишечки есть, даже вот в том же Атоми, обратите на них внимание. Вот эти спреи наши мисты классные, вообще их всегда нужно в сумке держать.
как-то вот вы подустали, взяли там себе вуалью, нанесли наш спрей, и уже вы совершенно по-другому выглядите. Нужно просто вот знать эти нюансы в уходе. Эдуард пишет про любовь в десятку. В Атоме все основано на любви, и счастливы будут все, кто этого сильно захочет. Александра, спасибо за эфир и экспертность. Огромных успехов и удачи во всем. Эдуард, спасибо вам большое. И вам тоже успехов. И нам всем успехов и роста. Давайте с вами продвигать эту философию красоты, любви к себе, здоровья в массы. Объединяться и нести это благое дело. Еще один вот вопрос. Гидросияние на зиму тоже можно, он такой легкий, спасибо. Но смотрите, если вы считаете, что для вас крем гидро, он легкий, ну вы прям ощущаете это, то, конечно, возьмите Nutrition. Nutrition – это питательный крем, он побольше, поактивнее будет справляться с... Вот с задачей сохранения влаги в коже, да, то есть больше такой барьерный будет нести эффект. Поэтому можно взять просто бутылочку голубую, как базовое увлажнение и глубокое питание, и просто закрывать уже нашим нутришным кремом. Опять же, кто любит легкие текстуры, может быть, и гидрокрем справится. Все зависит от состояния кожи, от вашего как бы ощущения средств. Так, кто спасибо смотрит записи, огромное. Кто еще не зарегистрирован в Атоме, добро пожаловать в команду Александры Кореневой, бриллиантовый мастер, автоматический мастер продаж и лидер центра в Воронеже, который строит глобальную команду Атоме. Спасибо, Александра, огромное. Большое. Спасибо, Мика, спасибо. Всем спасибо за активное участие и до следующего зума. Пока-пока. Пока.